Все, давайте Слава КПСС, биография, заценим. Ну, видите, какой у нас сочный стрим сегодня. Все тут есть. Прям все у нас тут есть. В 90-е родился в городе Хабаровск. Минорные биточки, текстики, чтоб вызвать жалость. Общага, помню ее замызганный подъезд. Деревня, мы с батей на Корневку в лес. Приморская тайга, лютые холода. Летом жара, и бабушка еще жива. Наказывает, чтобы был хотя бы к обеду. Братья Курские, мы строим с ними дом на дереве. Кинул камня в собаку, потом было стыдно. Так заскулил, сердечко сжалось пружиной. Из воздушки воробьев лубили тоже, блять. Мелкий трупик на руках, да что с меня взять? Сестру били, меня нет, времена голодные. И пока на хлебзаводе родаки футбольные сезоны играем. Вместо ворот качели я Рой Кинга застолбил. Щечки как в ебени. Бля, вот, ну, пиздец, мне прям попало по-больному, вот, он там, про то, что собаке больно стало, у меня такая же тема с котенком была, она, пиздец, потом преследовала меня долгие годы, как я вообще мог так обидеть котенка маленького, бедного, ударить, пиздец, вообще просто. Потом у меня был долго огромный комплекс вот этой вот вины из-за этого всего. Вот, и мне кажется, что я после этого и начал приютом донатить, потому что, ну, хуй его знает. Не отпускало меня это ощущение, в общем. Что я просто... Насколько же все-таки дети жестокие? Ну, я не оправдываю этим то, что можно быть жестоким животным вообще. Ну, это просто... Это очень жестко. Вот как все-таки в детстве люди, дети могут быть жестоки с животными. Вот, поэтому то, что он говорит, вот прям, мне нравится, когда вот искренность какая-то вот такая вот, болезненная, о том, о чем говорить неприятно, вот, и такое ощущение складывается, что ты начинаешь видеть настоящего человека, понимаете? Вот. Сразу сходу залетел, конечно. Девушка еще жива, наказывает, чтобы был хотя бы к обеду. Братья Курские, мы строим с ними дом на дереве. Кинул камня в собаку, потом было стыдно. Так заскулил, сердечко сжалось пружиной. Из воздушки воробьев лубили тоже, блять. Мелкий трупик на руках, да что с меня взять? Сестру били, меня нет, времена голодные. И пока на хлебзаводе родаки футбольные сезоны играем. Вместо ворот качели я Рой Кинга застолбил. Щечки как в ебени. Дома суета нездоровая. Нашел у папы два шприца, в нем зеленая. Мама платила морфием за овощи бандитам. Так на хату накопили, общага финита. Новый класс, школа, понятия блатные. Уделять на зону в третьем классе ебаный стыд. Но так жил мой родной Дальний Восток. Толкин, Перумов, Лукьяненко, Березовый сок. Спутал у деда с самогоном, горел рот. Отец все чаще выпивал, поперли с завода. С мамой скандал, наши проиграли. Батя выпил, битая посуда. И конец совместной жизни. Это моя жизнь. Нет повода стыдиться, нет поводов гордиться. Одни и те же лица. Горький бы не взял меня в союз писателей. Ведь за каждым человеком стоит биография. Ну чё потом, мама на двух работах. По вечерам слезы, так больно засыпать. Слышу это снова. Опять новая школа, там научили пить. Спирт и кола, водка, было б чем запить. И похуй день летит с троечным дипломом. Закончил больше посещений, было проебов. Похуй лето, плюс 40, теплое пиво. Сказал девчонке, что она вкусно пахнет. А она не пизди, я голову три дня не мыла. Жизнь хуйня, батя приезжал, как выходил с запоев. Давал мне пару коробков приморской ядреной. Курил сладко, учился в шараге. И думал, жизнь прекрасна, меня ничего не парит. Мама устала, уехала в Питер, чтоб не видеться с батьком. Снял хату с Валиком и Саньком. Курим, читаем
USB-микрофон. Потом пропустил звонок от отца, думал, сейчас мне говорить не в тему, а он умер через неделю. Когда хоронить поехал, были ливни, дороги размыло. КамАЗ на веревку цепляет машину и тащит по дну вдоль перевала. Больше меня ничего там уже не держало. Это моя жизнь. Нет поводов стыдиться, нет поводов гордиться, одни и те же лица. Горький бы не взял меня в союз писателей, ведь за каждым человеком стоит биография. Ну чё потом? Питерский этап. Бабушка купила кресло, чтоб было где спать. Устроился в сервис-деск МТС. Работать стрёмно, пиздец. Ланя светло знакомит с Сашей дискотекой. Закинулись кристаллами и любовь по венам. Съехались, устроился в аквапарк. Все наладилось, можно хуй пинать. Писать куплеты в рабочее время. Курить твердый в серверной. По выходным более веселые движения. Психоделия. 30 декабря бабушки не стало. Смотрел, как ее выносят, закрывал глаза маме. В Новый год депрессивно курил шишки. Несли гроб, пальцы, ледышки. Потом расставание, историческая хуйня. С баблом нормально стало, кукуха чуток текла. Куромушка Саша, любовь, все дела. Дальше вы знаете сами. Совсем завязал, стал трезвым Славик. Но вряд ли взрослым, если опыт не превращен в текст, он даже не становится прошлым. Февраль 22-го, и мы все как в хоррор-фильме. Оставим эти песни, чтобы суки знали, что мы когда-то жили. Набор сухих фактов, вот и вся недолго. Напиток в моем бокале, такой же год. Это моя жизнь, нет поводов стыдиться, нет поводов гордиться, одни и те же лица. Горький бы не взял меня в союз писателей, ведь за каждым человеком стоит биография. Это моя жизнь, нет поводов стыдиться, нет поводов гордиться, одни и те же лица. Горький бы не взял меня в союз писателей, ведь за каждым человеком стоит биография. Слушайте, ну это один из лучших его треков. Я внимательно слушал, мне очень понравилось. Ну, ну вот это из того как раз, что, что можно называть творчеством. То есть если, если делать то, как надо, то такие треки не родятся. А как надо имеется в виду, чтобы всем понравилось. Вот. Именно когда хочешь сделать так, чтобы понравилось только тебе, получается вот что-то такое. Вот, и, ну, и для этого, конечно, надо иметь биографию до этого какую-то, то есть вот подробностям его рэп-карьеры он вообще практически не уделил внимания, рассказал именно вот обо всем об этом, о семейном, о чем, кстати, я вообще даже и не знал, пиздец жестко. Про то, что не взял трубку, а батя не стал. У меня так с Игорем было, с которого вот не стало качка, что мы с ним поругались прям очень жестко до того, как его не стало. Вот. И ну, у меня примерно схожие вот мысли на этот счет, что пиздец. Так не поговоришь с человеком, потом вообще уже не поговоришь с человеком. Поэтому, ну, в каком-то смысле, просто у него отец, ну, это намного сильнее, вот. Да, да, это хорошая работа. Это правда хорошая работа. Двадцать минут могла идти. И, ну, слушайте, я не знаю, по-моему, вот прям хорошо все уместно. Он прям уже артист настоящий. То есть он ему уже скоро будет тесно в рамках рэпа, мне кажется. Ну, я, конечно, не берусь говорить наверняка, но такое ощущение складывается, по крайней мере. Вот. А вам как? Кровостоком отдает? Ну, прямая отсылка, по-моему. Биография Кровостока же, разве нет?